Современная казахстанская культура в глобальном мире не просто название одной из подпрограмм проекта «Рухани Жангару». Это ожившая мечта отечественных артистов, художников, хранителей артефактов, получивших возможность представлять наше искусство, богатейшее национальное наследие на лучших площадках планеты. Москва, столица России, уже давно в списке мировых культурных центров, и удивить местную публику задача не из легких. Однако в эти весенние дни залы Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства приглашают на уникальную выставку, посетители которой автоматически становятся первооткрывателями. Древности, хранившиеся под толщей земли 2500 лет, впервые представлены за пределами своей родины – Казахстана. 235 музейных предметов прибыли в Москву. Сейчас в этом зале идет распаковка. Обстановка как в операционной. Непременно нужно облачиться в белый халат. Выставка «Наследие Великой Степи. Шедевры ювелирного искусства» – один из этапов международного турне «Шествия золотого человека по музеям мира», организованного Министерством культуры и спорта Казахстана и Национальным музеем республики. Так, уважаемые господа, уважаемые коллеги, мы очень приятно, что мы находимся в России, сердце России, в городе Москве. Мы приступаем к самому святому из всех действий. Это открываем сейчас ящик и начинаем прием передачу. Приемки экспонат готово. По списку 33, так, количество предмета 1. Пластины геометрических форм, украшения головного убора, оригинал. Датируется 5-4 век до нашей эры, курган Исык. Из более 200 предметов, привезенных на выставку, 90 подлинники. То есть эти тончайшие золотые пластинки, что так бережно рассматривает сотрудник музея, старше города, в котором мы сейчас находимся, примерно на 1500 лет. Важно соблюсти все тонкости приемки артефактов, ведь российские музейные работники принимают у казахстанских хранителей предметы, имеющие исключительное значение для науки и культуры. Мы гордимся, что у нас есть такая коллекция. Что такие экспонаты хранятся в фондах Национального музея Республики Казахстан. Каждый экспонат, привезенный в Москву выставки, уже давно вписан в энциклопедии. Многие артефакты украсили национальную и государственную символику, стали визиткой казахской культуры. В центре экспозиции знаменитый золотой человек, найденный полвека назад в Алматинской области, в кургане Исык. Тогда находка стала сенсацией. Юный царевич в золотом облачении покорил мир спустя 2500 лет после своей смерти. Свыше 4000 золотых предметов заговорили на известном только археологам языке. О том, как жил человек сакской эпохи. Пока хранители превращают зал золотого человека в сокровищницу, пройдемся по зданию, которое станет для знатного гостя временным домом. Попадая под своды этого музея, мы перемещаемся в конец 18 века. Здесь нас встречает заместитель директора музея декоративно-прикладного искусства Александр Богатырев. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы расскажете нам, что здесь? Да, с удовольствием. На самом деле музей не такой уж старый. Он основан в 1981 году. Но история усадьбы довольно интересна. С 17 века эта усадьба принадлежала Стрешневым. И занимала огромную территорию, в том числе и парковую. Вы когда подходите к музею, проходите по замечательной липовой аллее, видите флигеля различных наших служб, в том числе и детский центр, наш центр моды и дизайна. И сейчас вы зашли в главное здание, в котором в конце 18 века поселился граф Остерман. И по преданиям до сих пор здесь гуляет призрак графа Остермана. Вот мы с вами попали в середину 20 века. Это парадная лестница, по которой поднимались министры и президиум Совета министров РСФСР. Лестница историческая, и в 2018 году по этим ступеням поднимаются первые гости казахстанской выставки «Наследие Великой Степи. Шедевры ювелирного искусства». Открытию выставки предшествовала пресс-конференция, собравшая видных деятелей культуры Казахстана и России, сошедшихся в одном. «Шествие золотого человека» – это грандиозный культурный акт, сближающий государства.
мы объединены общей цивилизацией, общими политическими и экономическими интересами. Но самое главное, мы братские народы, которые знаем, ценим и любим культуру друг друга. Конечно, эта выставка нам поможет укрепить наши дружеские связи и сделать еще более близкими наши сердца. Высоким гостям невероятно повезло с проводником в мир древних саков. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангалит Асмагамбетов – страстный знаток родной истории. Его комментарии к экспонатам вызвали огромный интерес. Мы действительно увидели сегодня шедевры. Шедевры не только выдающегося мастерства, но и шедевры, которые раскрывают историю казахов и казахского народа. Я думаю, что для каждого народа очень важно ощутить свое прошлое, понять вот этот колодец глубины несказанной, которым является история. Но в этом колодце всегда есть некие вехи. Золотой человек – это очень важная веха для казахов, для понимания их истории, для их этногенеза. И вот наступил момент, когда музей официально распахнул двери для посетителей. Путь к сакским сокровищам пересекает красная лента. Честь перерезать ее предоставлена доктору исторических наук Зайноле Самашеву, преемнику плеяды казахстанских археологов прошлого века. Пока публика изучает экспонаты, ученый раскрывает нам тайны курганов. Каждый элемент является отдельной таинственной историей. Взять образ этой птицы или образ крылатого коня, или же образ байтерека. Всех их объединяет превосходное широкое мировоззрение сакских народов, наших предков. А еще то, что наши предки создали такую большую передовую культуру, заставляет нас гордиться ими. Мы смело говорим, что мы их наследники. Среди первых посетителей выставки Анатолий Конторович, известный российский ученый, заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Специалист по скифской эпохе, в своих трудах он сравнивает кочевнические культуры всего пояса степей от низовьев Дуная до Байкала и Китая, в том числе и саков, оставивших после себя Исыкский некрополь. Открывшаяся выставка – отличный наглядный материал для студентов, изучающих археологию. Стараюсь их привести сюда сам и, может быть, их поводить по выставке, потому что это действительно шедевры, и они охватывают, можно сказать, всю территорию. Так или иначе, точечно охватывают территорию Казахстана полностью почти. Московскому зрителю не только, так сказать, блеск этого там золота, да, и серебра может быть интересен, но и, так сказать, эта рефтика замечательная, это ювелирное мастерство и так далее. Но ему может быть интересно вообще, как люди жили в совершенно в иных условиях природных, цивилизационных, да, так сказать, как они создавали, так сказать, вот другое пространство культурное. Особый интерес у публики вызвала коллекция казахского серебра. Привезли изделия, которые характерны для 18-19 веков. Нагрудные украшения, перстни, свахи, браслеты, пояса. Получается, изделия во всех жанрах. Среди них особый интерес у народа вызвали перстни свахи, которые сами по себе видны и ценные. По объему они большие, они закрывают все 5 пальцев. Вот и удивляется народ, что за перстни. Казахское ювелирное искусство вполне может быть модным трендом, и поклонники уже есть. Это родовое украшение, которое содержит слово «род», «дерево». И все это. Я когда был в антикварном магазине в Алма-Ате, я стоял около пояса, мужского пояса, с застежкой. Серебро, выделки необыкновенные. Я вам честно скажу, я приходил 3 дня туда, и вот пожалел, что все-таки не приобрел, не привез. Сотрудники Музея декоративно-прикладного искусства фиксируют высокий интерес местной публики. Выставка, несомненно, стала событием сезона. В настоящее время на территории Казахстана найдены погребения 8 золотых людей. Но именно золотой человек из Исыкского кургана стал национальным символом. Больше месяца Алтын Адам пробудет в Москве, а затем продолжит свое шествие по музеям мира.